Всем привет! Сегодня мы приехали заключить контракт с акушеркой и доулой, также выбрать роддом в Москве. Покажем вам, как это все происходит. Если вкратце, то мы сами в конце выбираем акушерку и доулу после их самопрезентации. Это вот у нас две ножки здесь. Вот сюда вас должны бить. Так, сейчас папина радость. Папа, значит, вот это экзотически вот у нас штука между ног. То есть, в общем, он такой секретник, это тут к нему подбираться. Сейчас, здесь вот он, говорю, ребят, к сожалению, вот он не для фотографии у нас сегодня. Вот его лицо довольное. Сейчас я вам покажу, что, ну, как бы, если вот он хорошо лежал, конечно, у нас были бы очень красивые фотографии. Сейчас мы, ну, видите, видите, это, смотрите, со спины, затылок, ухо, плечо и рука, вот так. Только вот если со спины смотреть, вы представляете, какой затейник? Не хочет он у нас позировать совсем, малышом этот. Ой, боже, мы мыслители, папа. Видишь? Видишь, я такой мыслитель. Но это вот ушко на самом деле, видите, ушная раковина. Вот так большой палец. Ну, сейчас вот что-то бы хотелось, конечно, интересненькое про него сейчас. Ну, ни по какой. Ну, что же ты такой? А нет, 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 смотрите, пожалуйста. Это уже у нас хоть профиль. Смотрите, вот нос. Глаз, щечка, тут просто пуповина, ручки, вот, то есть у него там такое сложное устройство домика. Сейчас.
Сейчас еще раз. Видите, у него вон ноги за головой. Сейчас, подожди, Катюш, Катюш, погоди, не, ты сам не смейся, потому что он и так не хочет. Ну что ты такой вредина? Вредина, вот видите, с рукой там. Так, сейчас стойте. Ну, в общем, знаете, как с вышки, когда прыгают вот так вот? Да, да. Вот вы, ваш человек лежит вот именно так. Сердечко его бьется, ну это уже мы с Катюшей послушали. Не, у него все хорошо здесь, просто это мы съезжаем. Не знаю я. Просто не знаю даже, что вам сделать приятного, Рыганчик. Нам уже приятно. Я уже точно довольна. Знаешь, ну я надеюсь, что он в следующий раз придет ко мне в каком-нибудь настроении все-таки. Вот сейчас покажу еще вам, знаете, как в режиме реального времени, но никакой компьютер никакого чуда не сделает, да, если вот он там прячется. Видите, вот опять рука там, видите, сейчас пуповина, рука, вот эта нога там, и вот там вот лицо чуть-чуть мелькает, видите, такой полупрофиль. То есть, когда мы все надеемся сделать красивые фотографии, думаем, что просто можно чудо сделать, к сожалению, нет. Да не страшно. Ну, вот так вот. Ну, что это такое? Ну. Вы нас извините тогда, ладно, мы вам в следующий раз что-нибудь подарим. Не знаю. Пол он свой тоже прячет. Я вот люблю такие тоже хулиганские фотографии папам дарить. Но это не с вашим мальчиком. Ну, слушай, смотри, Катюш, сейчас, вот это как бы вот это все попа, ножка, да, здесь вторая, вот он и здесь все прячет, короче. Сейчас, стой. Хоть бы ты нам что-нибудь, хотя бы пол уже показал бы. Мы же с тобой умеем. Вон, папа, видишь, вот, попа, нога, нога. Мошонка, хвостик, ну так вот если поджимать, да? Вот такой хулигашка. Я такой хулигашка. Ну, ребят, тогда с меня подарки, потому что вот это, конечно, ну как это дарить, вот так замораживаешь картину. Да, ну вот так вот. Да. Хочешь такой? Мне кажется, не очень, да? Я все равно довольна, так увидела, мне прекрасно. Катюш, в общем, с меня, ладно, причитается. Я обязательно тебе что-то подарю. Вечером заехали в ресторан «Валенок» в центре. Почему «Валенок», я даже не знаю. Но при входе стоит огромный валенок сумасшедших размеров. Далее покажу. Ну а сейчас покажем, что мы заказали. А в конце скажем наше мнение о еде. По каждому пункту. Я начну с двери с входной. Во-первых, они стеклянные, непонятно, что первая открывается на себя, а вторая от себя. То есть ты ее стоишь, пока она там у тебя не заела, ты не понимаешь, что ты не можешь ее в ту сторону открыть, в которую она якобы открывается. Короче, какой-то бред.
просто таблички «на себя» или «от себя» было бы вполне достаточно. Вот сейчас девушку с коляской пропускали, девушка не в ту сторону с коляской начала открывать дверь. Короче, меня, если честно, это первый момент, который подбесил. Второй – это столики. Размер столиков просто вот кофейный домашний столик, за которым вот нам принесли 3-4 тарелки. Вообще некуда их было ставить. Но столики просто микроскопические. А соседний столик стоял на расстоянии 10 сантиметров от нас. То есть было ощущение, что девушки за соседним столом просто пришли вместе с нами, и мы слушали, как будто их разговор все время вести. Овощи все залитые маслом, картофель без соли, люля вся разваливается сухая. У тебя что было, баранина? Баранина была, да, но она вся сухая. Вся сухая, жесткая. Мясо не умеет готовить. В общем, максимально все. Не знаю, хотите сами прийти, посмотрите. В общем, нам лично не понравилось. Единственное, может быть, в другой какой-то день какое-то было бы другое впечатление, но сегодня точно максимально негативное. Ни здрасте, ни до свидания. Просили пересадить, когда на втором этаже дофига свободных столов. Нас никто не пересадил. Я объяснила, что супруг крупный, столик для нас маленький. Не сработало. Ну, в цене, получается, мы отдали 6. 6 тысяч, да. А недовольство больше, чем за покупку.